Время 7:59, и ровно через минуту все избирательные участки Ленинского района начнут свою работу. Мы находимся у школы номер 7. Здесь расположено сразу три избирательных участка. Понаблюдаем за их работой. Первые избиратели начали приходить уже в первые минуты 9-го. Кто-то спешит на приусадебные участки, кто-то просто рано встает. На ваш взгляд, сегодняшний день в жизни нашего района важный? Безусловно, важный, да. Подтвердить словами. Каждый выбор важный, определение планов на будущее. Конечно, важен. Особенно важен для моего внука. Тоже пришел проголосовать вместе с бабушкой. Осознанно пришли ну, выбор этот сделать? Я думаю, да. И все так же. Я осознанно пришел. А верите, что что-то изменится вообще? Надеюсь, хочу. На участке 1271, где мы расположились, тихо и спокойно, все на своих местах, члены комиссии и наблюдатели. Это очень важная функция, потому что я независимый человек, представляю своего кандидата и слежу за ходом выборов. И имею право, как наблюдатель с правом совещательного голоса, делать свои замечания и корректировать ход выборов. Всевозможные различные провокации, неправильная работа избирательного участка комиссии, как ну, в данном случае можно просто сделать замечание и людям помочь в работе. То есть мы здесь, скорее всего, даже больше для помощи. В таком составе участковая избирательная комиссия работает уже второй год. То есть имеется небольшой опыт, а главное, люди знают друг друга. Главная задача какая? Проверить паспортные данные, чтобы один и тот же человек два раза не проголосовал. Просмотреть, чтобы в журналах не было вписано люди, ну, которые не проголосовали. И контролировать ситуацию, так как я являюсь членом комиссии. Открыли мы вовремя, и первые посетители, избиратели пришли и проголосовали. Пока идет у нас все в рабочем режиме, посетители идут, избиратели голосуют. На участке есть все необходимое для избирателей. Если понадобится, члены комиссии помогут и сориентируют. Тут же стоят стенды, указывающие, как правильно заполнить бланк. Один из первых, кто пришел проголосовать, депутат районного совета депутатов Федор Шилов. Выбор делаю осознанно. Ждем многого от нового главы района, настоящих шагов для жителей этого района. Ну, в общем-то, от этого человека будет многое зависеть, какая будет политика. Куда будем двигаться и как будем жить, хорошо или вот так вот застроены все полностью. И, ну, то есть проблем полно, которых нужно решать. Контакт с депутатами, насколько важен у главы и депутатов? Очень важен. Ну, глава, наверное, все не может как бы видеть, да, снизу. А в этом задача депутатов проводить в жизнь те жизненные необходимые вещи, или вот, ну, скажем, там, то, что хочет народ именно, который здесь проживает. Поэтому мы как бы идеи, которые идут снизу, отстаиваем и проводим жизнь. Отрадно, что многие идут подготовленными, зная, за кого отдадут свой голос. Хочет, чтобы порядок был, чтобы все было хорошо у нас. Это очень важно. Вот для Ленинского района как бы выбор человека, который будет. Вы считаете, что ваш выбор верен? Думаю, да. На что надеетесь? Во что верите? Надеюсь на лучшее благоустройство Ленинского района. За первый час работы на участке 1271 проголосовало 12 человек. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.